Для детских садов Токмакского района собрали вот такие сладкие подарки. А в школу Запорожья, помимо основного запроса, также собрали вот такие адресные для детей сувениры для 120 человек. Руководитель регионального отделения организации «Неравнодушные добровольцы России» Олеся Иванисова показывает и довольно эмоционально рассказывает о собранных силами школ округа и спонсоров подарках для детей из учреждений образования Запорожья. В преддверии Нового года «Неравнодушное Подмосковье» запустило несколько акций. Туда входит помощь, подарки ребятам в госпиталь, подарки ребятам на фронт. И также совместно с отделом образования Щелковского городского округа мы запустили акцию «Подарки школе города Бердянска». Активно включились в сбор подарков и необходимых вещей школы городского округа Щелково. Директора, учителя и, конечно же, ученики и их родители отозвались на просьбу и в рекордно короткие сроки собрали все необходимое. Мы, конечно, с удовольствием приняли решение участвовать. И вот дети сами собирали подарки, сами упаковывали и сами выступили с инициативой, какие именно конфеты. То есть передать другим детям. На данный момент возникала проблема, как именно отправить эти подарки, потому что подарки должны приехать до 25 числа для того, чтобы передать их парням, и парни дальше раздали детям. Проблему помогли решить еще одни неравнодушные люди. Спонсором поездки выступила компания из Щелково «Сим Электрод». Мы сегодня спонсируем поездку данных подарков солдатам, детям в Запорожье. А так продукции своей спонсируем фронт, как и все небезразличные жители нашего района. Причем это неоднократная акция, мы понимаем, что это попадет на фронт именно непосредственно нуждающимся людям. Чудо ожидания Нового года для каждого разное. Сегодня для многих это просто увидеть родных и близких рядом. А для маленьких детей настоящее чудо – это, конечно же, подарки от Дедушки Мороза, доброго волшебника. И помогают совершиться этим чудесам неравнодушные люди. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.